Всем привет! У нас очередной выпуск театральных будней. На сегодня я буду в качестве зрителя и познакомлю вас с моим самым любимым народным ансамблем балета Игоря Моисеева. Я обожаю этот ансамбль с самого-самого детства. Для меня это просто эталон ровности, актерской игры, эмоциональности и, я не знаю, наверное, кайфа от нахождения на сцене. Ну, для меня. Мне так кажется, что, глядя на их танец, мне кажется, что ребята получают невероятное удовольствие. Мне кажется, они такие фанатики своего дела. Вот, так что смотрим выпуск дальше. Покажу вам пару, может быть, кусочков из номеров. И у нас даже будут ответы на вопрос от артистки балета Игоря Моисеева. Прям сама прикушаю, как будет такой крутой выпуск. Ну, сколько вас еще ждать? Репетиции и класс у нас немножко отличается. На класс более свободное, можно использовать какие-то разогревочные штаны, что-то более удобное, приятное для активных телодвижений. Я, допустим, занимаюсь классом в бежевых балетках, мне так комфортнее, стопа красивее смотрится. Кто-то в черных работает, тут с этим менее строго. Для репетиций, которые у нас идут после класса, они начинаются с 12 и идут до 3 часов, потом начинается занятие у школы-студии. У нас форма исключительно черная, то есть это черный купальник, рукав, длина рукава может варьироваться, черная юбка шифоновая, по длине где-то середина бедра или до колена, не ниже. Черное трико и туфли или сапоги, или джазовки на разный репертуар. Каждому номеру есть своя обувь. Да, вот у нас есть такой номер, адыгский танец «Лепотет», и там используется необычная обувь, называется катурны. Это такие деревянные табуреточки, на которых тоже надо научиться передвигаться в первое время. И есть у нас репетиционный состав катурны, и есть концертный. Для концертов у нас свой костюм, своя обувь отдельная, то есть она всегда перевозится вместе с нами. Где-то это примерно, я слышала, 3-4 тонны на каждый концерт уходит костюмов и обуви. Они путешествуют всегда с нами и всегда вовремя приезжают уже. Мы приходим в театр или на площадку, где работаем, там уже наши сотрудники дорогие все раскладывают, тщательно проверяют, гладят, готовят обувь, чтобы каждый мог подойти, по своей фамилии найти, долго не копаться и все вовремя собрать, подготовить. Также мелкие присутствуют аксессуары по типу кос, всяких завитушек на волосы, кудряшек, сережки на какие-то танцы, в основном более сложные, где либо большие серьги, либо хрупкие могут быть, или браслеты. Они хранятся у гримеров, и мы их с собой не перевозим. То есть также приезжаем уже на площадку и собираем себе сами костюм по всем деталям, проверяя, чтобы все соответствовало номеру. У нас в ансамбле примерно 120 человек, и мужчин немножко побольше, чем женщин. 9% не процентов состава труппы — это выпускники нашей школы-студии при ансамбле.
берут в основном несколько человек со всего выпуска, и потом, конечно, задача удержаться в течение первых лет работы в труппе. Это такой трепетный момент, и все очень усердно за 5 лет учебы трудятся для того, чтобы попасть в ряды артистов ансамбля. Набор в школу-студию у нас ведется раз в 5 лет, потому что пока что ученики и руководство школы-студии работают непосредственно в одном здании вместе с труппой. И ученики растут, глядя на то, как танцуют старшие коллеги, смотрят все концерты, посещают, слушают иногда замечания, так в дверь заглядывают, когда идет репетиция в ансамбле. Можно что-то для себя подметить, потом на репетициях в студии это использовать. И получается, что мы растем и смотрим на тех людей, к которым стремимся потом попасть и стать вместе с ними уже артистами. Преемственность такая, она у нас очень поддерживается, и ее берегут. Желаем приятного просмотра.
Да, концерт получился прекрасным, как всегда, зажигательным, энергичным, невероятным, эмоций много, впечатлений много, и я надеюсь, что этот выпуск вам понравился, потому что он был тоже по-своему теплый, по-своему интересный, по-своему новый, мы узнали какие-то новые подробности, и я надеюсь, вам все это очень понравится. Оставляйте обратную связь, как всегда, комментарии, их так приятно получать, просто невероятно, и благодаря этим выпускам я знакомлюсь с новыми людьми, поэтому комментарии, репосты и сердечки, все это приветствуется, потому что это очень-очень приятно, и спасибо вам за то, что вы смотрите мои выпуски. Ну, до новых встреч, и благодарю, что вы были со мной.